Я в первый раз побывала в прошлом году. Мне очень понравилось, только тогда я была на гироскутере, а сейчас я первый раз попробовала на скейте, но мне очень нравится. Фантастически, красиво, всем очень-очень нравится. Важно вот ту красоту, которую мы создаем в рамках федеральной программы, сохранить, сберечь и содержать должным образом. Сейчас мы над этой темой очень активно работаем. В текущем году мы занимаемся благоустройством 33 общественных пространств, из которых сквер Канавинский уже 17-й к открытию. Впереди у нас целая серия позитива в плане открытия скверов, парков и так далее.